Это Наташа, ее вес 60 килограммов. Это Лена, ее вес также 60 килограммов. Весь месяц Лена и Наташа регулярно занимались в фитнес-клубе и должны были соблюдать диету, разработанную специалистом по фитнес-тестированию. Подведем итоги. Наташа за месяц похудела на 3 килограмма, Лена похудела на 2 килограмма. Кто победил? Наташа? Ответ неверный. То есть, если судить по обычным весам, то победительница, конечно, Наташа. Ведь она похудела на большее число килограммов. А значит, она в течение недели верно соблюдала предписанную диету и не пропускала занятия в фитнес-центре. Но главный судья этого эксперимента, специалист по фитнес-тестированию Владимир Сударев, считает, что победительница как раз-таки Лена, а Наташа достойна наказания за нарушение в питании и пропуски тренировок. В чем дело? Почему, по мнению врача, победила Лена, которая сбросила только 2 килограмма, а проиграла Наташа, избавившаяся от 3 килограммов? Чем руководствовался судья Сударев? Все дело в так называемом детекторе лжи в диетологии. Для контроля результатов специалист по фитнес-тестированию Владимир Сударев применил самую современную технологию – весы-анализаторы Танита. Эти весы показывают не просто массу тела, но и определяют его состав. За несколько секунд мы увидели содержание в процентном соотношении жира, мышечной массы и воды в организме наших участниц. У нас была Елена, которая похудела на 2 килограмма. Из 2 килограмм веса она потеряла 1,5 килограмма жира, 1 килограмм воды и добавила 0,5 килограмма мышечной массы. 100% эта девушка занималась правильно, то есть она занималась, вероятнее всего, с инструктором, правильно питалась и соблюдала режим, то есть, как ей рекомендовано было, 7-8 часов она спала. Вторая девушка похудела на 3 килограмма, но из этих 3 килограмм не ушло ни 1 килограмма жирового. Она похудела на 2 килограмма воды и потеряла еще 1 килограмм мышц. Это очень негативный результат, то есть по-любому эта девушка неправильно питалась, неправильно тренировалась и не соблюдала режим. Она спала менее 7 часов. И результат один, то есть потеря мышечной массы, потеря воды, но не потеряла ни грамма именно жира. То есть такой результат, он очень негативный, так как потеря мышечной массы будет сопровождаться падением основного обмена, калорий ее организм будет тратить уже меньше. И при прежнем питании, если она будет питаться так же, как и раньше, она наберет жировых килограмм еще больше. Она ожидала похудения эффективного, хотела прийти в идеальную форму, потерять объемы, она хотела похудеть за счет жира. У нее это не получилось, и надо все исправлять, конечно, и надо начать правильно питаться, правильно тренироваться и спать 7-8 часов. 2 больше, чем 3. Эти новые правила математики стали возможны благодаря развитию новых технологий в медицине. В тесном сотрудничестве с докторами, изучив результаты медицинских исследований, японская компания Танита представила миру первые в истории весы-анализаторы. При помощи этих весов стало возможно измерить не только массу тела, но и проанализировать его состав. Технология БИА. Внимание! Не рекомендуется беременным женщинам, а также людям с кардиостимуляторами и другими электрическими имплантами. Безопасный, незаметный для пользователя электрический импульс, проходя по телу за счет электрического сопротивления, позволяет точно определить содержание жира, мышечной массы и воды в организме человека. Все это происходит за считанные секунды. Итак, в современном мире худеть или наращивать мышечную массу, контролируя процесс с помощью обычных весов, все равно, что жить в 15 веке. Лишь вес и индекс массы тела не дают реальную точную картину состояния здоровья. Только современные технологии могут оптимизировать борьбу с ожирением и стимулировать спортивные достижения. Все данные биоэлектроимпедансного анализа, так на языке специалистов называется этот процесс, можно транслировать в компьютер, распечатывать, а также обрабатывать и анализировать в специальной программе, чтобы затем отследить динамику изменения состава тела. В такой программе специалист может работать с данными огромного числа клиентов фитнес-центра или пациентов медицинского учреждения. Танита сотрудничает с ведущими специалистами в области ожирения и проблем питания в мире. Чтобы быть впереди в области медицинских технологий и вопросах здоровья, компания создала специальный медицинский совет Танита. В него вошли исследователи и специалисты в области проблем ожирения из США, Великобритании, Франции, Италии и Австрии. Сегодня ведущие профессиональные клиники мира, эндокринологические центры, фитнес-клубы, диетологические заведения и поликлиники пользуются весами-анализаторами Танита.
но теперь они доступны не только профессионалам, но и самым обычным людям. Ведь и в домашних условиях вся семья может следить за здоровьем, видеть результаты программы по снижению веса и быть уверенными в эффективности тренировок и достижении персональных фитнес-задач, предотвратить неизлечимые болезни. Сказав ожирению «нет», мы говорим «нет» и таким заболеваниям, как рак, сахарный диабет, болезни сердца. Ведь все эти страшные заболевания объединяет один фактор риска – ожирение. И если на поздних стадиях в запущенном виде сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и рак практически неизлечимы, то от лишнего веса при желании можно избавиться, а значит, тем самым и предотвратить развитие этих страшных болезней. Ожирение – обратимый фактор риска, а здоровый образ жизни – наш сознательный выбор. Мы выбираем «Танита».